Алекстанке в каждом русском живет. Мы, народ в Алекстане, нас не Бог уберет. Нас добили, пластали столько всяких сапог. Они знали, мы ваньки, нас хотели покласть. Но о том, что мы с Таньки, забывали, платясь. Мы, народ в Алекстане, мы встаем так всерьез. Мы от бед не устанем и поляжем от слез. Затопленный в грязи, мужичок хитроватый, чуть пока, чуть пока есть. Черно-белым клавишем рояля мелодия настойчиво ища, как бабочки блистательно порхают, по клавишам стучит твоя душа. Сплетая звуки в тонкие аккорды, пытаясь выразить смятение своих чувств, перебирая друг за другом ноты, но неожиданно находит только грусть. По черно-белым клавишам рояля играешь, выражая чувства фонтана. Со временем потом душа узнает, как из фонтана создан океан. На сцене фортепиано и дуэт Юлии Абросимова и Гульнас Султанова. Педагог Бекшаева Наталья Александровна. Брамс. Венгерский танец. Республика конкурса лауреата Руфина Рахматуллина. Итальянская башкортостанка от Хадамхана Мадемия и Мехтари Мадагулова Хадиса Абдуллаха. Башкортная опера Сайфаула Камеля. Хореография образцовый коллектив шоу-балет «Шар». Руководитель Кучкурова Яна Шамилевна, балетмейстер Загородного Людмила Борисовна. Thank you.
Один немецкий философ сказал когда-то: «День прошел зря, если я не танцевал». Я думаю, что этот вечер пройдет для нас не зря, потому что от веселых ритмов никуда не деться. Ритмы современные – это ритмы детства. На сцене дипломант международного конкурса детского и юношеского творчества на крыльях таланта, хореографический ансамбль «Диво», руководитель Терёгина Светлана Анатольевна. Шуточная полька. Развивая при этом в детях высокие общечеловеческие качества. Но наши педагоги и сами очень творческие личности. Творческий коллектив педагогов, который сейчас выйдет на сцену, был создан сравнительно недавно, но уже успел покорить международные вершины не только нашей страны, но и зарубежных. На сцене лауреат международных конкурсов, вокальный ансамбль «Лазурный бриз». Руководитель Сахаева Зульфия Галиевна, концертмейстер Пикшаева Наталья Александровна. Роль Турштейн. 1,5 минуты сольфеджио. Thank you.
шелесте брака, в шуме дубра. Только прислушаться надо. Звонко струится ручей, падает гром с небосвода. Это мелодии вечность своей мир наполняет природа. Еврейская народная мелодия Хава Наила исполняет дуэт гитаристов Тимофей Карташов и Марсель Сангаль, педагог Самойлова Елена Маратова. Создала пейзаж мечты на обочине земли. Хореографическая композиция «Ирландия» на сцене дипломант международного конкурса фестиваля детского и юношеского творчества «На крыльях таланта» хореографический ансамбль «Терпсихора», руководитель Исламова Зульфия Базбутдинова.